Итак, очередной обзор товара. Сетевой фильтр Pilot M-Max. Данной категории я купил 5-метровый. Значит, поставляется вот такой вот коробочки массивной. Так, давайте посмотрим. Значит, 3,3 киловатта, вот как здесь заявлено. Давайте посмотрим основные защиты. Защита при грозовых разрядах, защита от перегрузки, автомат есть, защита температурная, внутри корпуса при импульсном напряжении защиты элементы, варистор есть, защита от короткого замыкания есть, предохранитель, гарантия 5 лет, мощность 3,3 киловатта. Четыре розетки соответствуют. Вот есть плавки предохранитель, защита от перегрева внутри корпуса, защита от перегрузки, ограничитель импульсных помех. Вот он поставляется, значит, вот такой пакетик. Обязательно гарантийный талон сохраните на все время эксплуатации. Значит, гарантийный 27.09.2021, ну, относительно новый сам пилот. Так, вот сам пилот, смотрите, такой вот массивный у него провод. Мы сейчас его с вами хорошо такой скрученный. Он без пломб, я вам его разобрал. Он без пломб. Ну, то есть 4 винтика откручиваете. Значит, пилоты M-Max, максимум 15 ампер. 220-230 вольт, 50-60 герц. Так. Очень все неплохо сделано, все крепко сидит. Значит, вот здесь вот я вот впервые увидел, я так вообще разбираю сами пилоты, вот когда делаю обзоры, видите, вот здесь такая вот вставочка между землей и фазой с нулем, то есть она изолирована, вот такая вот пластиночка маленькая, вот по всей длине. Так, здесь, смотрите, предохранитель. Ну, здесь у него написано F20A. Вот тут вот, F на 20, скорее всего, на 20 ампер он. Вот. Здесь, естественно, вон там вот варистор внутри. В принципе, ну, тяжеловато будет увидеть. Сейчас я посмотрю, может быть, вот подсвечу. Вот там синенький варистор, потом от всплесков различных. В общем, тут... Вот он, синенький там вот варистор, если видите, вон. Провод хорошо припаянный. Так, давайте посмотрим. Вот этот массивный провод, 5-метровый. Сколько у него здесь, ну, обычно на проводе я всегда смотрю. Его характеристики. Промстрой кабель Россия 9.2021 ЕАС. Так, и давайте посмотрим. Значит, ПВС 2 на 1,5 плюс 1 на 1,5. ГОСТ 7399. Промстрой кабель России. В общем, 1,5 квадрата. Три жилы, 1,5 квадрата, 3 жилы. Кабель такой очень-очень массивный, очень достойно сделано. Розетка 16 ампер, 250 вольт. Тоже, в принципе, удобная розетка.
Так, давайте я его вам включу. Посмотрим. Ну, в принципе, достойно все сделано, все очень аккуратно. А, ну, я скажу, что у меня есть вот ситуация такая была, что вот этот вот предохранитель спас меня. Он у меня сгорел при коротком замыкании. Сейчас я вам покажу, ребята. Вот сам предохранитель у меня, вот он весь, видите, как бух, пыхнул. То есть вот этот предохранитель меня вот спас. То есть вот он нормальный, а вот он, видите, когда вот он пыхнет у вас, когда он сгорит. Вот он, в принципе, спас меня. Это вот ситуация, если короткое замыкание у вас будет. Вот, то есть очень хороший помощник. Итак, оставайтесь со мной, будьте позитивным. Я оставлю ссылку под этим видео, ну, для других пилотов я тоже смотрю, разбираю их, показываю для вас, что внутри сделано, как он все. Ну, вот это я первый раз вот видел, что вот, видите, вот эта пленочка, интересно.